Hi guys, с вами Лиза Найс. Всем привет, ребята, это с вами я, Лиза, и вы на моем канале. Сегодня будет очень интересное видео, поэтому я советую тебе перед началом видео подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И, кстати, видео у меня выходит каждый день, поэтому нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Что это было? О, боже, нет, меня вращает, боже, мне голова кружится, капец. Я очень люблю снимать пранки над мамой и папой. Также мои мама и папа любят снимать пранки надо мной, но это уже совсем другое. Я еще очень люблю делать челленджи 24 часа, и сегодня я делал как раз такой челлендж. Но это будет очень-очень жесткий челлендж, потому что сейчас мы уже уезжаем в аэропорт и улетаем на Шри-Ланку. Ну, сначала в Дубай, просто мы там транзитом будем. Я решила снять такой пранк 24 часа в чемодане. Я серьезно, я буду на борту самолета где-то далеко в багаже, просто в чемодане. Мне очень страшно, потому что, блин, согласитесь, 24 часа в чемодане, это как-то жестко. Давайте сначала пойдем за чемоданом. У нас в семье есть один большой чемодан и обычные 4. Лиза, какие влоги? Ну ты что, не понимаешь, что нет на это время сейчас? Ты не понимаешь, что нет времени на видеоблоги? Пожалуйста, застегни. Да, о, господи. Сейчас. Надо обязательно его упаковать. Хорошенечко. Все, бери. В коридор. И придешь маленький 20. Да. Блин, он не пролазит. Давай, разверни. В общем, вот чемодан. Я сейчас быстро отсюда все достаю и прячу сама. Я попросила в коридор отнести. Да, сейчас. Да, уже везу. Лизка, через 15 минут выходим. Да. Прячемся. Короче, я сейчас прячусь. Игорь, закрой чемодан. Я наконец-то вместилась. И я надеюсь, мне будет все это время комфортно. Сейчас я реально нахожусь в чемодане, и здесь достаточно жарко. Ну, я думаю, я выдержу полет. Да, мы сейчас летим, и прикиньте, я буду в самолете где-то в багаже. Лиза, ну я же попросила чемодан отвезти, как тебе. Уф, ты ж. Блин, так попробуем, вообще не верно. Кстати, на боку очень удобно, просто я очень классно разместилась. Я думаю, я так все время и буду лежать. Очень даже удобно, я вам скажу, ребят. Что это было? Блин, мне походу поставили вертикальное положение, потому что... Я чувствую то, что я уже не лежу.
Да, Игорюшка. А Лиза с папой, да? Папа. А, все, погнали. Погнали, погнали. Давай. Сколько лет? Гореш, давай упакуем чемоданчик. Да, давай. Один? Ничего. Мать, о, боже, нет, нет, нет. Меня вращает. Боже, мне голова кружится, капец. Поскорее бы это остановилось. Блин, я чувствую, я сейчас просто... О, я ничего не вижу, все размыто. Игорюшка, погнали, вот. Ребята, подходим. Ух, вроде нормально. Кажется, становится холоднее. Мы, походу, летим уже в самолете. Блин, здесь так холодно. Точно, я же брала сменную одежду. Только как ее одеть? Ладно, постараюсь как-нибудь. Ребята, в общем, вот моя одежда. У меня есть сменная футболка. Вот. И кепка. И поэтому я сейчас буду здесь переодеваться, но я даже не знаю как, потому что здесь очень мало места. Но так как мне холодно, я одену сверху просто. И кепку сверху одену. Хоть как-то утеплюсь. Это жесть какая-то. Как ее одеть? В общем, я примерно ее одела. И это просто жесть. Здесь очень холодно, очень просто нереально. Я одеваю кепку, сейчас пытаюсь как-нибудь согреться. Это все, что пока что я могу сделать. Все, одела вроде как. Короче, нормально. Буду сейчас греться. Капец, у меня просто все болит. О, боже. Я что, и Новый год здесь провела? Серьезно? Вот самый лучший Новый год в жизни просто. Блин. Где родителей искать? Я вообще не понимаю. Просто, блин. Я так устала. Просто я такая сейчас мокрая. Я успела переодеться. Я не выспалась, я не наелась. Я очень хочу есть. Просто нереально. Просто такая голодная. И, кстати, я очень сильно хочу в туалет, поэтому... Я сейчас пойду в туалет. Стоп. Я вообще где? Я хоть на Шри-Ланке? Так, я быстро застегнула чемодан. Побежала в туалет.